У Национальном музее Тувы завершилась монгольская выставка восковых фигур хан-ханов. На торжественном закрытии выставки, посвященной исторической личности Чингисхану, выступил директор Национального музея Кадырол Бичелдей. С радостью докладываю всем присутствующим, что выставка удалась, и даже больше, чем удалась. За это время, один месяц времени, выставку посетили более 7 тысяч человек. И выставка полностью себя оправдала как с точки зрения воспитательного, патриотического воспитания, изучения истории родного края, изучения истории Монгольской империи, Монголии. Кроме того, на закрытии выставки объявили результаты конкурса «Селфи. Я похож на Чингисхана». Напомним, что конкурс стартовал 20 ноября. Участникам нужно было сделать креативную фотографию на фоне восковых фигур. Так, по итогам народного голосования, лучшим стал ученик 4-й школы Кызыла Субудай Хертек. Напомню, что уникальная коллекция восковых фигур Чингисхана и его ближайшего окружения в Туве открылась в конце октября. Она состоит из 13 восковых фигур. Это семейная династия полководца, сыновья и его самые приближенные воины. Отмечается, что над созданием выставки работала группа из 40 человек, и главным девизом была историческая правда в произведениях искусства. Они работали над созданием не только внешнего сходства, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Экипировка воина, костюмы выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана.